администратор лагеря Аня, искупайте ее в овациях! Называется книга «Шеф-повар лагеря вместе». Ольга, она сейчас на кухне. Поаплодируйте, если вам понравилась еда в лагере вместе. Вот она, команда вместе. И сейчас команда вместе будет снимать символ власти лагеря вместе. Сейчас я дам, потому что слезные слова, такие, как скажет Наталья Юрьевна, больше не скажет никто. Настает время прощаться. Настает, это последний вечер фестиваля. На этом, к сожалению, в этом году по фестивалю «Звездный бриз» мы ставим практически точку. Ну что ж, да я знаю, я помню, Лёш. Друзья мои, наши галстуки, мы говорили, желтый цвет – это цвет солнышка. Мы взрослые, которые согреваем. Наши аниматоры сейчас прямо для вас зажгут маленькое солнышко, которого сейчас не хватает. Прошу вас, ребят, солнышко. Мы обещаем вам, что мы будем хранить это тепло. А вас, уважаемые взрослые, президенты, мы просим сохранить для нас тепло ваших сердец в вашем галстуке. И оставить его на лучиках этого солнышка. Оставляйте ваши галстуки, снимайте их, и пусть они напитаются теплом этих лучиков. Подходи. На этих лучиках останутся ваши воспоминания, ваши улыбки, ваши радости и надежды, ваши печали и огорчения. Пусть этого тепла в следующем году будет больше. Пусть хватит на всех. Приезжайте в следующем году. Забирайте эти галстуки, они уже будут ждать вас. Спасибо всем, кто в этом зале. Спасибо нашим аниматорам. А нам остается только передать вам от самого сердца. Мы все вас любим. Давайте все вместе повторим эти слова. Мы вас любим! Уважаемые взрослые, мы вас любим! Любимые президенты, мы вас любим! Приезжайте, мы будем вас ждать. Ровно через год вас будет ждать лагерь вместе. Ну а теперь традиционный гимн лагеря вместе. Гимн! Друзья мои, раз гимн, нужно встать.